Забирать деньги у пенсионеров просили таксистов. Златоустовская полиция озвучила новые факты дела о мобильных мошенниках. Напомним, с начала месяца от рук мобильных мошенников пострадали 6 жителей Златоуста. В каждом случае людям по телефону сообщали, что их родственники якобы попали в беду. А за решение вопроса нужно отдать немалые деньги. Речь шла о сумме в 50 тысяч рублей. Двое жителей перевели деньги через терминал, к другим за наличными приезжал некий мужчина. Буквально на днях полицейские установили его личность. Им оказался таксист, который живет и работает в Златоусте. Как пояснил сам таксист, ему позвонил неизвестный человек и попросил собрать деньги, якобы ему должны крупную сумму, несколько человек, говорит, Златоусте надо объехать их и собрать. И он уже по его поручению ездил, собирал эти деньги и, соответственно, потом перечислял их злоумышленнику за определенный процент. Таксиста допросили, и сегодня решается вопрос о его роли в этой схеме. Либо мужчина являлся соучастником, либо просто хотел заработать, не вникая в суть дела. По одной из версий, во главе преступной пирамиды стоит человек, находящийся в местах лишения свободы. Сотрудники полиции в очередной раз призывают жителей Златоуста не поддаваться на уловки мошенников. И во всех подобных ситуациях звонить 02 или по телефону доверия 799-043.